каждый из нас любит фотографироваться на фоне городских пейзажей, архитектурных сооружений, в парках. Тысячи фотографий были сделаны в дни празднования Победы на фоне вот таких инсталляций. Теперь у каждого жителя нашего города есть возможность не только выставить новое фото в соцсетях, но и поучаствовать в фотоконкурсе «Мой любимый город Брянск». На конкурс принимаются фотографии в разных жанрах – пейзажи, портреты, репортажи. Чтобы ваша фотография оказалась в числе лучших, советуем прислушаться к подсказкам профессионального фотографа Алексея Жучкова. Он показал, как интересно можно снять наш город в повседневной жизни. Мы выберем сейчас самый простой – два плана – первый и второй. То первым планом будет у нас являться молодой житель города нашего, который играет в баскетбол. А вторым планом будет являться курган. Я снимал, как вы видели, присел с нижней точки, работал. Еще один совет от профессионала – помнить о композиции, а не просто бездумно щелкать затвором. Ну, лучше, если люди заранее осмысленно располагают в правильные места. Это несложно. Сейчас интернет у всех есть, набрать золотое сечение, там композиция. Там некоторые очень простые вещи, но они работают очень железно. Усложнить композицию, добавив объем, можно за счет трехплановости. Алексей показал, как это сделать на еще одном красивом городском фоне – площади Партизан. Здесь всегда много не только людей, но и голубей. Они-то и помогут создать интересный кадр. Кстати, к участию в конкурсе приглашаются не только взрослые, но и дети. Выберите, на ваш взгляд, самую лучшую фотографию и несите здание городского совета на 5-й этаж, кабинет номер 36. Фото принимаются до 31 августа по вторникам и четвергам. Время приема и другие подробности о конкурсе можете узнать по телефону, который видите в правом углу экрана. Желаю вам отличных кадров. Александра Седачева, Владимир Сидоров. События, Брянск.